Сегодня 21 сентября, рождение Богородицы, Рождество Преснодевы Марии. Пришел в храм, и солнце взошло, и тополя светило. Как, ну это батюшкина здесь паства бессловесная, а в храме словесная. И вот как красиво. А там дальше проходит это озеро, это пруд Камогориха, и дым, туман. И дальше далеко там, видать, эти тоже лесополосы. На расстоянии очень близком друг к другу. Это склады Игоря Барабаша. Зерносклад. Сказал Барабаша, он как раз и идет. Доброе утро. Какая красота, горит-то как золотом. Но никого не может он согреть. А вот ветла, та вся еще зеленая. Вот эти купы большие растут. Это вот. Это ветла так. Кучи. После обеда давай. Едем в маленький огородчик. Вот такая скорость. Тележка, две ванны. Да. И вот я увидал, тут трасса какая-то идет. Трасса. Пешочек. Ничего я не вижу. Из пакета у вас вылетело. Во. Ну понятно. А как же его надо щупать-то, а? Что-то то ли у меня это приближение не работает. А ну-ка обожди, установи. Посмотри. Что-то не могу его нащупать. Приближение не работает, что ли? Почему не работает? Вон он где. Поймай его и приблизи. Поймай. Поймай что-то его. Он как-то вертикально летит. Не видно из-за солнца. Солнце не дает видеть. Тем более он туда уже летит. Деревья, вот они, сегодня 24-е. 24-е или 25-е? 24-е. 24-е. Сентября. Ветлы вот какие. А березки? Подонок Иосифа был, теперь наша лагерь. Так и лагерь. Вот машина огородчик собирает кладу. Я два ведра помидоров отвез. Вот налез сегодня. Залез на лестницу. Закат солнца снять. Утром восход. Ну там бывшие деревья. Когда-то Потеряевка была. Это вторая улица была. С домами из силикатного кирпича. Тихий, умиротворенный вечер. Видно, что там вверху пролетел самолет. Чиркнул. Линия, вот она идет. Тут какая-то трасса идет, постоянно идут. И вот сегодня события такие были. Рождество Богородицы, Преснодевы Марии. 21 сентября 2019 года, сегодня суббота. Батюшка вечерний вчера, сегодня отслужил и скорее в Барнаул. Он неделю, воскресенье там, воскресенье здесь. Это я залез на лестницу, покажу ее потом на баню. А тут у Надежды Васильевны, мы называем парник, теплицу. У неверующего ничего бы этого не было. А мы сегодня сколько бесед провели. Вот я сейчас готовлюсь к завтрашней проповеди. А все дышащее дохвалит Господа, хочу сказать. Вот. Пошел вниз. Вот это самая лестница. Это у нас баня. Так, приоткрыто. Надо закрыть как-нибудь.
такой умиротворенный вечер. Деревья тихие. Вот большие тополя, на тополях сидят грачи. Шарик, шарик. Ой, увидал. Все, ему охота, чтобы его погладили. Вон лабаз. На рельсах, на железном листе. Насекомых. Рядом посмотришь, Игорь Барабаш вот накрутил эти тюки сена. Это у нас тут рядом дрова. Скворечник номер один, сюрреалистичный Россия. Крыша на 9 метров 60 сантиметров выше столбов. А, голубоглазенькие. Это тут, где моя резиденция. Раньше была она не здесь. А, балерина такая. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, аббревиатура. Сейчас я покажу здесь ее. Вот она где. Вот она трехэтажная. Сколько воспоминаний туда. А в городе еще будешь воспоминать. Квартиру заменил. Вот даже здесь поднимать, чтобы туда корм, колесо какое сделал. А теперь у меня вторая голубятня вся туда перешла. Туда и не лазить, чтобы у Володи на крыше. Он ходит, тоже любит голубей. Ой, сейчас, сейчас подойду, покормить надо. Ой, надо взять. Володя готовит манные каши, бывает с рыбой. Ну-ка, да охота ему показать себя. Ну-ка, покажи, ползет. Ой, это команда какая. Ползи. Вот он как. Ой, ты шарик. Ой. Ну, подожди. Вот он как. Это на задних ногах он так. О, вот он еще тут. О, что такое? Сейчас я в чашку, подожди. Тут у него вода налитая, вода. Ну, это сверху. Палили не листики, а даже рога какая-то. Ой, вот смотри, какая. Ну-ка, давай ешь. Да хороший песик. Да такой гладенький. То ли маленького убили его, то ли еще. Начинаешь гладить, он сразу сгорбатится. Ну и когда ест, тогда ничего. Шарик, маленькая собачка. Большое сердце. А тут он залез, вот я, тут гнездо было, его уже не видать, сорочинное, и козлики. Пришлось обложить шифером, он туда под низ залез, и там бывает засыпется. А конура у него здесь, это когда дождь. Ну, в городе, на улице, ну, воды нету, водоканал, вода прорвала. У нас вот, как, пожалуйста, там сколько метров, 5 вниз, и все, вода, там много воды, электричество идет туда вот свое. Ой, по дровам лазит, это вот белый голубоглазый слепой был, я его святой водой мазал все тоже. Там он синяя глазка, какие у нее глаза синие. Подожди маленько, покажи свои глаза, ну-ка, что за глаза у тебя, подожди-ка. Подожди, синеглазка. Синеглазка, подожди. Ну-ка, дай. Иди сюда. Вот она какая. А это буска налетела. Это тоже голубоглазая. Это паля. Ой, знаменитые кошки. Все знаменитое, все. Ой, сейчас я тут наведу порядок. Вот за... Я ушел тут, спрятал от них, чтобы заснять вечер. Вот. Еще раз покажу. Солнышко закатилось, уже похоже так. А может быть и нет. Вон какой закат. Багровый. Судя по этому
не в туче зашел, должен завтра быть хороший день. Ну, пошли, пойдем. Иди сюда. А где рыжий? Рыжего нету. Рыжего нету. Давай-ка я вам. О, ну-ка, подожди-ка маленько. По вторую чашку. Вот, и рядом поставлю баночку. Так, сейчас пойду кричать. Вода есть? Кричать рыжего. Рыжий где-то. Без него как тут кормить надо. Он там, у Володи обитает. Сейчас я закричу ему. Рыжий, рыжий, рыжий! Рыжий, рыжий! Рыжий, рыжий, рыжий! Не видать нигде. Вон он несется со всех ног. Вот через решетку даже видно будет. Скорее иди домой. Рыжий, рыжий. Скорее иди, скорее. Вот он где домой несется. О-о-о. Иди скорее. Паля, выходи с дороги. А то он затопчет тебя. Вот, скорее иди, там манная каша с молоком. Давай ешь. А это рыбы принес вот это. Все слопали. Вот они, наши кошки. Вот она. Так вот. 5 штук. Да еще там рыжая мать их. Бабка. Ну как, не знаю. Ну, кому давать? Добрые руки бы отдал 4 штуки. Ну, Палю оставлю себе, да, взрослую эту. И вот этого белой коти. Я вот так подхожу каждый раз и глажу их. Паля, Паля, Паля. Это белый-белый. А это голубоглазка, это рыжий-рыжий. Буска, буска, буска. Уже темно. Ну, не темно, но закатывается солнышко. Так, заводить свою коня. Транспорт свой. Так, хвосты убирайте-ка, я проеду, а? Хвосты убирайте. Вот, все. Ну, вот. Дело-то мне сейчас, с кошками возитесь. И так получилось, приходится возиться. Все, Шарик. Давай на ночь, до свидания. Все. Что-то нюхает вверху. Очень нюх хороший. О, надо теперь заправлять. Все, кошечка, давайте ешьте. Так вот я здесь сам себя даже могу снять. Зеркало. Захожу домой. Ну а тут еще тут снимать тоже можно. Вот. Зашел рядом зеркальце. Тут рукомойник. Рукомойник. Вода капает, если лишнее забрать. Фляга запасной воды. Чудесно просто все. Надо окна, шторки закрывать скорее.